Вот мой ориентир. Только он мне не помогает. Я знаю теперь уже, что надо прямо от него вот вперед и идти туда, к дороге. А тогда мы ушли наоборот, в другую сторону. И попали в большой-большой березняк, заблудились и потом выходили. Ну как, вперед идти не надо. Лучше идти, куда знаешь. Дача какая. Вот какое мое счастье грибное. Ура! Как раз батарейка заканчивается. Ну, Зина, это нам с тобой на закуску. Маленькие мы не тронем. А вот это... Ну, я ж Кате должна оставить. Катя ж захочет. Прелесть. Пусть она еще порастет немножко. На обратном пути заберем. Или другой дорогой пойдем. Мы пойдем, может, туда, через лес. Ну, пойдем до туда, дойдем до того бревна. Может, еще одну найду. Возьми ее, одну. А эти не трожь. Но они уже поникшие такие. Вот тут еще растут. Молоденькие. Да. Ну, мы далеко уже зашли. А это что? Это я понимаю, что. Это я понимаю, что это страфария. Я ее беру. Я думаю, что она не червивая. Я в любом случае ее беру. Да, она и не одна. Она и не одна. Еще и малютка. И еще одна малютка. Надо забирать, они все равно замерзнут. Да, скоро. Да, вот еще вешенки. Сейчас Зина нашла вешенки. Пойду посмотрю скорее. Смотри. Вот вешеночки. Но их надо брать, потому что мы здесь их потом не найдем. Видите, какие хорошие вешенки Зина нашла. А сына говорит, как вы их высоко видите. А мы их не видим. Ой, как неудобно стоять на какой-то кочке. Ну ладно, ладно. А там еще старый маховик. Ну, надо как-то забрать. Палкой давай. Не знаю, я теперь все малепусенькие трактовички снимаю и даже пробую их на вкус. Что? Трактовички на пне видела? Нет, я еще туда не дошла. Я к Зине пошла снимать. Я их всегда снимаю, Саш, тот пень. Там страфарии возле них, я и нашла. Я там страфарии нашла возле них. Какие красивенькие. Надо скушать. Сейчас съем. А вид какой. Сейчас Саше отдам. Пусть проверяет. А то у меня камера и у меня батарейка заканчивается. Ну, это... маховик. Саш, проверь, пожалуйста, его. Может быть, он и ничего. Но я их брать не буду. Они возле моего пня. И если все будет хорошо, мы сюда появимся. И я потом их заберу. Пусть растут на пне. Это супер. Но я побоюсь, что они уже все. Могут быть плесневыми, червивыми. Но это тот плесневый. Плесневый не бери. Этот плохой. Они все, наверное, такие. Если плесневый, с одной стороны хоть брать нельзя. Угу. Ну, хорошие, да? Ну, плесень пошла. Плесень, да? Да. Везде? Вот этот, вот этот вот хороший. Единственный. Один хороший, да, бери его. Один хороший. А эти мы брать не будем. Положить. А эти уже бедные с плесенью. Не надо, не вырезай ничего. Я их немножко так там-сям беру в карман и попробую их поварить. И это будет новое блюдо у меня. Почему бы и нет, я их сырыми. Сырыми же пробовала сейчас. Да и раньше. Красивенькие. Трутовичочки приятненькие такие. Почему бы и нет? Это же русский гриб-трутовик. Они растут только у нас, а китайцы, японцы, корейцы все их любят и считают, что они очень полезные. Русский гриб называют они, трутовик наш. И говорушки есть здесь на окраине леса. Мы уже вышли. Вот они здесь вот. Мы их берем сегодня и набрали прилично. Вон там еще одна маленькая. Они растут группами. Рядами. Вот хорошо. Отлично. Чаль. Это типа дрожжалок. Но это и есть дрожжалки такие. Но они уже испортились. Печально. Потекли. Совсем растворяются. Ну еще где-то они растут, но трогать их не надо. Они уже вон вот так вот с ними. Уже все ясно. Ничего
Не получится у нас попробовать эти дрожжалки. Такие я видела, но я их не пробовала. Много раз снимала. Это не желтая. Черные вот здесь бывают. Вот они. Но они маленькие. Вот они маленькие. Даже и брать не будем. Пробовать не будем сегодня. Нагулялись уже, и так хорошо. А фламулин мы не видели, потому что в ту сторону не пошли. Свои крошки. Но я не знаю, что это такое. Даже не буду заморачиваться. Пусть останется загадкой. Но любопытство же все-таки меня одолевает. И я их посмотрю. Может быть, это фламулина. Крепенькая такая. Ну и ладно, пусть останется. Пусть растет. Пусть растет. Будем отмечать сегодня день работников органов внутренних дел. Еще травка зеленеет, но солнышко уже не блестит. Все, всем пока-пока и до встречи.